Мид его, все. Парни, давайте в пятером мид эту игру простоим, ебать. Мне вот интересно, что будет го, блядь? Просто в пятером мид. Давайте, парни, в пятером мид. Блядь, пиздаем. Берем просто виномансера, вайпера, блядь, прислбека, мипа, пиздаем. Берем, ебать. Ладно, мипа не надо. Берите виномансера, давайте, парни. Все, идем все на мид, плевать вообще. Вообще просто сносим, ребята. Мы на мид идем. Просто сносим, да. Охуительная у нас тактика. Мне кажется, классно. Это победа. А чё нет, это победа, да. Давайте определимся, кто фармит. Я фармлю. Короче, я все фармим, парни, все. По крипу на персонаж. Пизда. Давайте, парни, это наш. Вот, пожалуйста, я же говорю, это не проигрывается. Стопим, все вместе, парни, все вместе. Я вижу, ставлю. Погнали. Сейчас мы это обратно охереем. Нашел свои. Оп. Погнали. Ломаем. Давай. Ломай. О, метеор, может. Отходим. Тихо. Тавр бьет больно. А? Не, Леона не надо, Леона. Я хочу Леона. Сетка 3 секунды. Душим ее. Давайте, парни. Все. Они не знают, что делать. Они уже готовы выйти с этой игры. Переключаемся на другого. Мы со счетом 1-6 идем. Это офигеть. Мипа, давай. Сейчас у меня... Это легендарная игра. Мипарю помощь. Херачьте. Как же мы просто убиваем всех. Сюда. Типаем ее. Типаем обязательно, это самое важное. Ладно. Так, погнали, мид надо ломать, пока они все в таверне. Ломаем, укрепление юзая ломаем. Типа, игра супер легкая. Они все, они уже не знают, они уже сливать начнут по-любому. А если нет, то ливнут после игры. Как же нам пофиг. Веник, хелп. Парни лучшие. Все, командно отыграли, видите, разнесли нубов. Вообще не боимся, просто смело ломаем. Они нам хоть один тавр сломали, да, два, ну и что, мы им уже три сейчас сломаем. Вообще плевать. Эта игра, вы думали? Не, 5 мид идет и все. Так и задумал. Но была дота, но вы на вал зачем-то сделали лишние линии, я не знаю. Пожалуйста, просто, парни. Они не хилятся, не хилятся. Вот какой шанс у них вообще есть на победу, скажите мне, пожалуйста. Какие шансы? Слушай, мне нравится. Как мы это вообще выкали? 17-43 счет, это вообще за 19 минут в турбо, конечно. Ну это такой фан.